Магазин аккаунтов и ключей Epic Case, Minecraft, Battlefield 4, рандомные Steam ключи. Все это ты сможешь найти там. Ссылка в описании. И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Жека, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием BNMG. В этой игрушке нам предстоит разбить свою машину. Ну и, собственно, вот наша супер-офигительная машина, мы появились. И давайте попытаемся ее теперь как-нибудь разбить. Но я думаю, здесь будет не так все тяжело. Это же симулятор разбивания машин. Давайте попробуем съехать с этого, с этой горы. Давайте вперед! Не, вау, вау, нифига себе, что творится? Ну, я не знаю, как мы еще едем вообще, но мы уже разбили эту машину просто в хлам. Да, да нифига себе, тут эти скалы, это жесть. Проехать тут просто нереально. Да нормально, и так сойдет, ё-моё. Так, давайте как-нибудь... Блин, я просто еду, я даже не еду, я просто скатываюсь по этой... Нифига себе, просто смятка уже, смятка вся машина. Пипец! Так, вот так вот! Мяу! Я не знаю, как даже машина еще функционирует. Просто это капец, это капец. Это просто жесть, ребята! Это просто пипец! Ой. Кажется, все. Тут, кстати, можно как-то включить разные эти виды машин. Ну ладно, давайте попробуем с этой чем-нибудь еще сотворить. Так, не понял, куда нам тут ехать-то? Я даже не знаю, как тут разбиться на самом деле. Ну давай попробуем куда-нибудь сюда вот заехать. Ну, а если чувствую, знаете, какую играть какую-то игру 2004 года, какую-нибудь такую вообще прям. Прям вот. Ага. Ага. Так, мы можем сделать какую-то Zero Gravity. Ну-ка, Gravity. Все, ребята, мы полетели, вы понимаете? Мы летим, нет, мы не летим. Ну... Нет, только не задом, нет! Нет! Нет, я не хочу туда, нет! Да чтоб ты сдох! Да как отсюда повернуть? Нет! Нет! Да выйдите, дайте мне отсюда выйти! А, давай! Все хорошо, все хорошо! Не умирать, не умирать, главное не умирать! Так, все спокойно, 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 я все вижу, и так мы переворачиваемся, нормально, нормально. Так, да, все хорошо, мы еще можем ехать. Мы уже в смятку винтились, просто у меня уже голова кружится на самом деле. Я не знаю, просто капец. Так, все, тихо, тихо, стоять на месте, стоять на месте, стоять. Так, все. Нет, мы еще живы, мы можем ехать, мы можем спокойно ехать. Мы еще можем, мы еще не старики. Нормально. Все, мы выпрямились, давайте. Мяу, да господи, как это вообще управление? Невозможное просто. Вперед, 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 вперед. Да, и давай в воду, в воду, в воду. А, давайте, а чем это говорит? Нужно спрыгнуть в воду. Так, давайте с трамплина. Нет, с пофигу на трамплин. Итак, все, бах, 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 мяу, мяу. Все. Вода. Потонули. Ребята, я поставил мод на какую-то машину. Давайте опробуем ее. Мне кажется, она будет быстрая. Ни хрена себе, да она реально быстрая. Она просто зачет, я вам говорю. Просто, просто офигительная. Просто крутая машина. Правда, она что-то очень как-то сильно это. Что-то как-то насильно. Сильно ее заносит. Ну ладно. Так, ребята, я добавил еще пару модов. Давайте посмотрим, что они у нас добавляют. Change vehicle. Какие у нас новые? О, GTA 5 Titan, что? Ну-ка. Офигеть! Самолет, ребята! Охренеть, что творится? Что творится? Как лететь? Я лечу! Нет, кажется, я не лечу. Так. Опа-опа-опа-опа-опа. Как лететь? Как лететь? Нет, что-то не то. Кажется, мы не летим. Нет. Так, нам нужно как-то повернуть, ребята, нам нужно как-то повернуть. Так, разворачиваемся, разворачиваемся. А, как лететь? Нет. Так. Ладно, погнали. Полетели. Как лететь? Как лететь? Он не взлетает! Да как вообще... Как лететь на этом сраном? Почему у нас все время отваливаются крылья? Ничего не могу понять.
Давай, взлетай, я тебя прошу, 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 взлети. Мы летим. Нет, мы не летим, мы не летим. Я не понимаю, как взлететь на засраном самолете. Ладно. Дубль, дубль 500. Давай, 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 давай. Мы летим. Мы летим, ребята. Мы летим. Ой, ну что-то отвалилось. Скажи, что-то отвалилось. Так, закрыть там, закрылки, не знаю, что еще. Что сделать? А, нет, 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 только не падать, не падать, не падать. Сейчас нужно как-то развернуться, нужно. Так. Это просто жесть какая-то. Так, разворачиваемся, разворачиваемся, разворачиваемся. Нет, я, кажется, мы не допадем. Упс. Упс. Так, да сейчас не точно получится. Взлетай, 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 дебил! Давай, 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 взлетай, 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 родной. Мы летим, мы летим, мы летим, мы не летим. Так, ладно. Давай, 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 давай. Это капец какой-то. Я вам честно скажу, это вообще какой-то просто капец. Взлети же ты, дебил! Как я в прошлый раз летел, я не понимаю. Нереально. Давай, 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 давай. Летим, летим, ребята, летим. Просто все. Все, все, все пошло, 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 как я хотел. Так, мы летим, летим. Спокойненько, 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 спокойненько. Так, теперь наша задача это повернуть. Что мы, конечно, сделать не сможем, что я не умею водить самолеты. Ребята, нет! Сейчас главное не слиться, сейчас главное не слиться, сейчас главное не слиться, нет! Отлично. Отлично. Супер. Замечательно. Эх. Короче, делаем нам... где там это моя... Вот она, вот она, вот она, вот она, рыба моей мечты. Так, вот она моя машиночка. Значит, там мы так выворачиваем. Просто сейчас... Все, я готов просто нагибать, я реально готов тащить. Давай, просто разгоняемся, 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 да? 800 км в час, там просто сейчас. Ну, как-то так. Ладно, ребят, на этом, пожалуй, закончу. Спасибо всем за просмотр, ставьте большие пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а с вами был Жека, всем удачи, всем пока.